Ребенок упал и травмировал зуб. Как действовать? Сохраняйте спокойствие. Внимательно осмотрите ребенка. Нет ли других повреждений? Действовать нужно быстро. У нас в Dental Fantasy администраторы проконсультируют вас и дадут рекомендации, как оказать первую помощь. Очень важно найти осколок травмированного зуба. Если постоянный зуб выбит полностью, то не трогайте руками корень зуба. Берем только закоронковую часть. Если корень зуба загрязнен, аккуратно ополосните его водой или слюной. Выбитый зуб поместите обратно в лунку. Чтобы удержать зуб, пусть ребенок прикусит марлевую салфетку или сомкнет зубы. Но помните, молочные зубы вставлять обратно нельзя. Это может повредить зачатку постоянного зуба. Если зуб невозможно вернуть в лунку, то положите его в бутылку с молоком или физраствором. Осколок зуба можно положить в обычную воду. Но ни в коем случае не храните осколок зуба или зуб в сухой салфетке или в спирте. Постарайтесь в течение первых 2 часов попасть в клинику. У нас в Dental Fantasy пациентов с травмой мы принимаем на особых условиях. Доктор в 1 или 2 визита проведет реставрацию зуба собственным фрагментом или, если его не нашли, композитным материалом, надежным обезболиванием и без стресса для ребенка. Если случился вывих постоянного зуба, то врач выполнит комплекс работ по приживлению зуба. Теперь улыбка спасена. И за храбрость ребенок получает подарок от зубной феи. А это лишь малая часть работ по спасению зубов после травмы наших врачей в Dental Fantasy.